Всем добрый день. Сегодня у нас производится отгрузка оборудования станка SM1224 на ШОП Винтак с рельсовой направляющей производителя Хивин. Шпиндель установлен 3 кВт. В данный момент осуществляем резку на камне. Это мрамор, да? Резку режем на мраморе. Режем капительку для заказчиков. Сейчас в данный момент заказчики находятся рядом. Это прием непосредственно оборудования. Я решил заснять такое вот небольшое познавательное коротенькое видео. Режем мы на станке со скоростью сейчас 3000 мм в минуту, что является 3 метра. Подача СОЖ. Фреза у нас с алмазным напалением. Идет запеченная. Собственно, сам процесс отгрузки оборудования. Люди приехали со своим материалом, с фрезами, и решили удостовериться, то, что наше оборудование вполне функционально и может выполнять их задачи. Итак, вот, собственно, работа нашего станка. Фрезеруемый мрамор, напомню. Фреза у нас шестерка диаметром, кончик 3 мм, шпиндель 3 кВт. На станке у нас установлена система подачи СОЖ, а также у станка установлена система фильтрации СОЖ. Вся жидкость, которая стекает по столу у нас, попадает в фильтрационный резервуар и снова подается на инструмент. Тем самым мы экономим жидкость и не нужен слив для канализации. Режем мы 15 минут, отрезали мы уже где-то большую часть. Размер заготовки у нас идет 200 на 100 мм, у нас капителька режется. Глубина фрезеровки идет 15 мм. Напомню, что режем за один проход, сразу на чистовую, без использования черновой обработки. Станок у нас CNC1224 с рельсовыми направляющими. Так вот, собственно, продолжаем мы процесс обработки. У нас уже почти все подошло к финишу. Сейчас буквально через пару минут я допишу видео и покажу вам то, что у нас получилось. Ну вот, собственно, все. Дорезали мы, дофрезеровали нашу капительку. Попробую объема дать. Вот, собственно, так вот. Станок 1224, ШВП, рельсы направляющие, 3 кВт подача СОЖ. Все, всем спасибо, до скорых встреч.